Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Inner Space. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наши приключения. Так, что мы сделаем сейчас? Так, и вот это можно перерубить. Слушайте, мне кажется, ли оно появляется каждый раз заново? Ладно, давайте поищем археолога, вон он где. Стоп. Я слышал реликвию. Ой, там стекло. Так, как же тут внутрь попасть? Так, археолог, подожди. Чуть-чуть. Так, тут стекло. Тут тоже нету щелей никаких. Так, тут трещин тоже нигде нету, чтобы разбить. Так, нужен корпус помедленнее, подождите. Давайте поменяем планер. А, не могу я почему-то сейчас его поменять, почему? Стоп, а где-то что-то вроде как открывается, звук такой был. Опа, вот я туда залетел? Куда нужно или нет? Похоже, что нет. Так, а где же реликвия? Так, я потерялся. Опять сюда же залетел. Так, я ее уже даже не слышу. А где же она? Где ее вообще слышал-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, но получилось перерубить. Что-то дало нам? Вот сюда проход, что ли? А, смысл? Так, ну я же слышал реликвию. Ну как так? Я ее уже потерял. Тут нужно просто полетать, чтобы услышать ее. Опа, где-то здесь все. Слышу. Может нырнуть здесь? Так, я думал, может быть, у меня получится в эту конструкцию.
занырнуть. О, а теперь я могу поменять планер. Почему раньше не мог? Так, давайте возьмем вот этот, самый медленный. Мне сейчас нужно помедленнее. Чтобы я мог вот так вот пролететь, получше рассмотреть. Видели, там желтая была реликвия? Вот, она внутри. Теперь понятно. Так, здесь вроде как трещина была, или... Или мне показалось, все равно слишком быстро. Я не успеваю туда подлететь и рассмотреть. Недостаточно времени. Так, давайте отлетим подальше. Потом вот так вот развернемся. Да как же тебя взять-то, а? Что там за звук где-то был? Вот эта штуковина, наверное, должна открыться будет. Вот это не она открылась, нет? Нет. Так, ну, судя по всему, сейчас мы никак ее взять не можем. В общем, походу, зря я сейчас пытаюсь. Все-таки этот пианино мне нравится больше. Ладно, давайте летим к археологам. На то так можно пытаться бесконечное количество времени. Так, доставляем его. Автопилот, доставляем ему сердечник Гидра. Поговорим. Картограф, я рад снова тебя видеть. Что тебе удалось найти? Хранителя, искусственный интеллект. Искусственный интеллект, с которым можно поговорить. И почему я не удивлен, учитывая, с кем я сам имею дело? Что он рассказал тебе о бегстве древних? Тебе удалось найти какие-то зацепки? Врата были в его владениях? Бегство маловероятно. Это были последние врата этого мира. Это был наш последний шанс. Если, конечно, ты не наткнулся на еще одни во время своих экспедиций. Судя по всему, теперь нам приходится рассчитывать только на самих себя. Мы можем либо промолчать, либо сказать ему... Вот это? При попытке к бегству они уничтожили солнце. Да-да, если в истории древних есть какой-то повторяющийся мотив, то это разрушение, которое они сеяли на своем пути. Погоди-ка. Ты сказал солнце? Вот оно. Последние врата – это вовсе не врата. Это солнце. Так и есть. Мы нашли то, что искали. Отправляйся в путь, друг мой, и попробуй активировать этот механизм. Кстати, если врата работают, позаботься о том, чтобы мы не оставили в этом мире ничего из того, что может нам пригодиться. Вернуться назад у нас, скорее всего, не получится. Хочешь узнать что-то еще? Удачи. Так, вернуться назад у нас уже не получится. Возможно, это уже точка невозврата, и скоро будет финал. То есть мы покидаем эту локацию, но... Слушай, тогда как же... Я думал, мы потом сможем как-то взять ту реликвию. Так, где там она теперь уже? Вот там. Значит, все-таки нужно сделать это сейчас. Давайте попробуем нырнуть в воду. Мне кажется, из-под воды нужно нырять. Выныривать там, потому что других вариантов просто пока что нету. Черт. Так, стоп, помедленнее. Где я сейчас нахожусь?
Нет, нужно меня там в центре нырнуть. Так, ну теперь я опять потерял, где оно. Вот это? Вот. Вот это место. Никакой трещинки не вижу. Опа. Сюда может быть? Нет. Так, по-моему, там нельзя нигде занырнуть. Неужели, а? Да, похоже, что занырнуть тоже нельзя, но как же тогда туда попасть вообще? Как-то ведь должно быть можно. И помните, в одном мире мы тоже оставили во льдах там реликвию одну, которую я даже сейчас не представляю, как нам взять. Здесь тоже не залететь никуда. Просто обидно оставлять реликвию. Вдруг там новый корпус для нашего планера. Ну как тут даже можно попасть, по-любому. Там даже этот карниз есть. Как? Я просто не успеваю посмотреть, что там внутри. Где там... Как может пролететь можно откуда-то с другого места? Может быть, как-то вот так вот, аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ныряй, 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 говорю. Да нырни ты. Фух. Ладно, ребята, да плевать на эту реликвию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она не стоит таких мучений. Так, а что нужно сделать-то? Надежда древних. Каталитическая сфера. Удивительная технология управления ветром. После активации этот сердечник увеличивает силу всего содержащегося в нем ветра. Это устройство было создано древними с целью пробить портал за пределы потерянного мира, но так и не было использовано. Используйте экзотическое вещество как катализатор портала. Окей, попробуем.
похоже, что у нас получается. После активации с помощью древней оригинальной технологии накопленные запасы ветра потерянного мира наконец-то позволили открыть путь в иные миры. Рискнете ли вы совершить этот прыжок? Конечно, а что мне еще остается-то? Ладно, все, улетаем отсюда, плевать на те реликвии, слишком сложно их получать, это уже неинтересно так мучиться. Я не знаю, где мы. Похоже, у нас все получилось. Мы смогли покинуть потерянный мир. Но где же мы оказались? Нам нужно исследовать это место, немного сориентироваться. Новые неизведанные места, потрясающе. Давай продолжим путь и узнаем, что там наверху. Увидимся наверху. Окей. Так, здесь, в принципе, осматривать-то нечего. Просто вот туда, вот в эту воронку нырять. Так. Эй, археолог, не спеши. Ой, что это такое? Узкое небо. Что это такое? Похоже на какую-то дохлую многоножку. Скалопендру какую-то. Ой, жесть какая. Так, сюда можно залететь. Подожди, давайте вначале облетим еще. Посмотрим получше. А это что? Даже не знаю, что вначале лучше сделать. Влететь туда вот? Я так понимаю, здесь просто как пещерка, наверное, какая-то. Давайте вначале влетим, потом уже заберем тот шарик. Видимо, что-то произойдет. Стоп, нет, так... А где же я видел, что можно влететь? Ой-ой-ой-ой. И мне вообще показалось, может быть? Может, нельзя сюда влететь? Ай, черт, я запутался. Откуда мы вообще прилетели? Где вверх, где низ? Мы вот оттуда прилетели. Так. А, наверное, мне показалось, просто нельзя сюда влететь. Нет-нет-нет, мне просто показалось, там тень такая была. Ладно, тогда мы знаем, что делать. А-а-а. Я думал, мы разрушим этот шарик, что ли. Это просто как карниз. Так, а что тогда нам остается делать-то? Ну, вот это что-то светится, может, в него врезаться нужно?
Окей, что теперь? Может, теперь туда врезаться, где светится вот? Нет. Так. Ну здесь, по идее, единственное, что мы можем вообще делать сейчас, это вот посрезать вот эти растения. Так, видимо, правильно. Так, а что теперь? Эту птицу догнать светящуюся. То, что мы уже делали когда-то. Попробуем. Опа, видимо, да, она светится. Птичка, не спеши так. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может быть, еще один титан просыпается? Так, а что теперь делать? Что это такое? Это можно разбить? Нет. А что это такое? Почему этот камень так странно светится? Может быть, в эти камни стоп нужно врезаться? Вау, я их насквозь пролетаю. Может быть, вот сюда вот? В эту светящуюся... Нет? В эту штуку тоже не нужно. Нет, не сюда. Хм.
Вот сейчас я не понимаю, что делать нужно. Но здесь тоже стекло, да? Или нет? Или сюда можно нырнуть? Нет. Ладно, давайте с археологом, что ли, поговорим. Может быть, нужно это сделать. Потому что я не понимаю, что делать просто. Так, вопрос на миллион. Где теперь археолог? Вон там он плавает. А как мне... Стоп. Ну-ка, давайте на карниз присядем. Может, мы отсюда что-нибудь увидим? Так, а раз он здесь плавает, туда можно нырнуть, по идее. Кстати, я не могу с ним поговорить, смотрите, не появляется шарик. Если нырнуть, опа. Так, кажется, я нашел, куда можно двигаться дальше. Так, это я в том же месте или в другом же месте? Опа, стоп. В другом месте. Здесь по-любому нужно срезать вот эти вот растения. Они так прям по кругу расположены. Очень удобно. Стоп, он туда вверх, что ли, лететь? А там можно что-то разбить, походу. Что-то там летает. Так, это мы наружу выбрались. Отлично. О, еще птицы. По-любому их нужно тоже ловить, да? Понятно, опять теперь за птицами гоняться. Их здесь сколько их было? Их было несколько. Вот раз. Так, что, одна, что ли? Нет, я ж видел, что их несколько. Вот там летают два. Две штуки, вот я уже видел. Ну, как минимум две штуки их, в общем. Давайте, наверное, мы здесь прервемся. Уже в следующий раз будем за ними гоняться. Это займет наверняка время. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.